Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик на интересного довольно-таки героя. Это будет донатный герой 13-13, имба всех подземок. Ну, не всех, конечно, и сейчас можно и без Минотавра бегать подземки. Ну, в общем, такой вот носик прокачанный на максималку. То есть максималка, мы затестим его в такой сборке, затестим в ремке. Определимся, что лучше ему ставить. На 13-м скилле герой получается у нас. Давайте сейчас его найдем. Сколько у меня уже здесь орников? Ну, нормально, 35 штук есть или 36. Так. Где наш миносик? Смотрим. Изменения. То есть, как видите, добавляется плюс 5% энергии забирает и плюс 10% урона. Вроде кажется это мало, но если учитывать процентуальный урон, все прокачки, все дела, то это реально очень даже неплохой дополнительный урон. В чем плюс маскировки, я показывал вам уже. Видите, все-таки маскировку все равно Фрэнки сносит в инвизе. Плюс в том, что если героя смотритель чпокнет, видите, оно не всегда спасает, скажем так. То есть герои с автопроком в любом случае будут добивать, попадать. Но есть шанс, что, допустим, когда его не добьют, а в большинстве случаев его добивают. Поэтому я не один раз говорил, что это полная дичь ставить маскировку. Ну, можно бегать. Бесспорно, можно бегать, но в большинстве случаев вашего героя просто ушатают. Ну вот, в принципе, дамажит. То есть, как бы это лучше, чем пакт, но не всегда она будет срабатывать. То есть, в большинстве случаев вашего героя будут выносить. Ну вот, сейчас вот он ушел в инвиз. Правда, видите, у меня здесь немножко не тот герой стоит. Точнее, питомец. Панчбокс будет мешать всем героям ближнего боя, потому что он рушит здание зонально. Поэтому в данном случае лучше поставить вот такой вот вариант даже. Не того же самого ангела, который там дает отхила, а карася, который даст бег. То есть это более, скажем так, интересней будет и универсальней. Вот видите, Фрэнки, молчанка и герой слит. И никуда-то не денешься от этого. Есть еще один интересный вариант. Сейчас я вам его покажу. Если героя вот так вот сносят, можно попробовать вариант убрать нафиг этот пакт и поставить минимальную оживу. Бум-бум-бум-бум-бум. Сейчас попробуем ее словить. Давайте так покажу. Сам скилл получается у нас срабатывает, когда героя жизни меньше 30%. Можно подобрать. Где там? Вот ожива. То есть 10, 20, четверка. Ну, пятерка, 30%. Можно попробовать. Сейчас, может, у нас где-то завалялась четверка, посмотрим. Но это вряд ли. Попробуем пооткрывать. Так, пятерки, пятерки. Что, нету четвертой оживы? Пятерка. Короче, бомжики. Нету четвертой оживы. Давайте попробуем. Нет. Бредовая была идея. Ладно, поехали. Попробуем пятерку. Может, зайдет. Хватит. Показано 30, значит 30. Вот такой вот вариант.
Ну, видите, в большинстве случаев смотритель зеленый стоит, а он кидает молчанку, и герой не рисается. То есть надо искать, ну, в зависимости все от противника. Вот все, молчание, блядь, и Фрея просто его уносит. По сути, какой бы у вас там талант ни стоял, этого не особо спасет. Поэтому не особо давайте себе надежды на то, что вы там... А вот он. А что с ним случилось? Странно, странно. Видите, как-то непонятно. Опять же, прикол в том, что он не набрал энергию. То есть тоже еще один минус. Надо, чтобы он энергию набрал. А если он после реса, вы знаете, что у нас отменили... Раньше было у нас герой после реса, когда он возрождался, было, ну, это не проблема, это было нормальное явление. Но у нас это убрали, и подземки стало намного проще проходить. Анубисы у нас теперь ресаются без энергии. Ну, то есть точно так же, как и все герои после этого. Поэтому я вам скажу так, самый лучший вариант с того, что я вижу, это вот ставить ремка плюс эту эмблемку ставить. Ну, я думаю, многие могут на, ну, на русском сервере, понятно, не добудут, не достанут. А без донатов, тем более Минотавра нет, а вот донаты на английском сервере быстрее достанут, и такой вариант будет лучше. Во-первых, 90% получается у нас атака увеличена за счет максимальной ремки, плюс он заряжен у вас будет. Вот, ушел в инвиз, ударил. То есть такой вариант будет интереснее, я вам скажу так. Ставить основным талантом маскировку я бы не стал. 10, 11, 12. Конечно, 12 скилл это самый оптимальный вариант будет. 13 скилл бессмысленно делать. 10%, ну, по сути, Минотавр и так будет выбивать нормально. Это уже доказано. Вот смотрите, видите, что сделали? Кинули нам молчу и все. Ну вот он даже не дожил. Он даже не успел в инвиз уйти. Поэтому сказать, что он универсальный, нет. Такой вариант только на битву гильдии хорош. На подземке, я вам скажу так, он зарядится у вас на подземке, допустим, там ударит. Вот он, смотрите. Ушел он в инвиз. Давай бей. Он наконец-то ударил и убился. Только тогда у него будет плюс 200 этих процентов. На подземке я бы все-таки ставил... Порочный пакт, баст как вариант. То есть железную волю. С железкой он очень хорош. Вот давайте пойдем на подземке. Почему? Потому что он будет у вас сразу же заряжен на максималку, то есть он максимум выбит. С этим талантом он будет у вас, получается, только когда будет меньше 30%, у него появится дополнительный урон, это 200. Да, это круто, но в большинстве случаев он просто не будет доживать. Давайте, например, шестую возьмем. Шестую взял, называется. Ну, здесь понятно. Девяносто 5%. Немножко не те подземки. Самый оптимальный вариант это ремка. Ремка, эмблемой вы можете выбрать маскировку, железную волю, чтобы не ставили. Тот же самый пакт. То есть Минотавр это герой там одного-двух скиллов. То есть он дольше жить, ну, он дольше не проживет и он бесполезен. На PvP локации вы его использовать не будете. PvP локации, в принципе, можно считать битву гильдий, но опять же, битва гильдий. Тоже там на раз-два именно товара вашего нет.
Как видите, вот срабатывает только железка. Получается, на таких подземках он бесполезный. Давайте пойдем на шестую. Хотя любая сборка хорошая, но если у вас уже есть Минотавр, то у вас по-любому есть баблишко на его нормальную прокачку. Нормальная прокачка универсальная на сегодня — это все-таки ремочка. Ну вот видите, он ушел в инвиз. Вот сейчас ударил. Соло выбил. Давай, покажи класс. Интересно, думаете, затащит? 64%. В принципе, может. Возможно, вот здесь вот оно смотрится тоже прикольненько. Ну, посмотрим. Уйдет в инвиз. Отлично, ушел. Давай, 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 надо соточка. Давай, тащи. 86%. Чуть-чуть нам не хватило. То есть 6... Многих там проблем, кто-то говорил. Давайте еще раз попробуем. Это 30-й прорыв, то есть тут равнять даже нечего. Такой вариант сборки. Возможно, тут и не надо столько этой атаки. Вот дерево слило нас. Кстати, давайте попробуем другой вариант. Давайте попробуем, вот ради прикола, у меня куча эмблем есть разных. Попробуем собрать максимального дефного Минотавра. Этого никто не делал. Все его собирают на атаку. А мы попробуем сделать его на максимальный деф. То есть, что у нас на деф? Чарка, Holy Conviction. Есть. Так, дальше у нас идет SO ставим Sacred Light. Интересно, что он будет выдавать? Будет ли ему хватать? В принципе, ему дефа должно хватать. Ставим сюда ангела. И пробуем такой вариант железный волик. Поехали на той самой подземке. Посмотрим. Ну, тут уже видите, 179 урона он получает. Это уже топово. По урону, конечно, но все равно, посмотрите, здание сносит на ура, наполовину пробивает. То есть, по сути, больше не на 15% второй залп. Все, пошел стан. Смотрим. Интересно будет потестить, посмотреть на него на битве гильдии. Его не так просто будет убить. Плюс он будет забирать энергию. Единственное, что стан. Ну, посмотрим. Посмотрите разницу, насколько ему пофиг все. Знаете, медленно, но уверенно. Тринадцать Минотавр, максимальный деф. Ну, у нас просто железка еще стоит. Можно было бы и каменку поставить. А плюсы у нас от хила обалденный. Все-таки слили, видите? То есть не хватает, получается, немножко урона. Хорошо, давайте попробуем, уберем вообще. Поставим вместо железки, поставим сюда невыживание. Вот такой вариант. Рвение. Правда, стан у нас будет сейчас проходить намного чаще. Будет нам проблемнее, наверное, ударить. В принципе. Еще есть вариант убрать ангела. Да, давайте, наверное, уберем ангела, поставим слона.
Хотя, в принципе, так нормально. Он пока будет, его станет, он зарядится, видите, заряжается. И сразу следующий удар у него будет нормально дамажить. Так, отлично. Ну, вроде пока нормально идем. Смотрим. Вот плюс настанет, и у нас есть возможность зарядиться. 35%. Шестьдесят пять. Давай, давай, держись, держись. Сейчас он должен варлока убрать. Отлично, 80. Ну чё, ребята, 93. Как думаете, успеем на соточку пройти? Я думаю, должны. Давай минус 96. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да что это такое? Посмотрите, ослепление. Не может добить. Вот вуаля вам, ребят. Максимальный минотавр, да, дофига. Дофига, конечно. Он стоит, но, блин, все равно прикольно. Ну, ради интереса давайте попробуем. Я не знаю, здесь негде зацепиться, конечно. Здесь, наверное, стан нас просто не пропустит. Куча стана будет. Ему нереально будет просто подойти даже. Ладно, давайте не эту, давайте попробуем 7-1. То есть мы не юзаем никакой магии, ничего. Он у нас просто идет и шатает. Малыши, Ники, это все пофиг. Вот посмотрите сейчас на отхил от ангела. 505к. Ронины. Ну, ронины могут нас подолбить немножко. Хотя, видите, не хватает. Но все равно, посмотрите, какой обалденный минотавр. Он себе просто стоит и в кайф. Ну, давай, ударь. Так, уже отлично. 1% уже есть. Не, наверное, его. Смотрите, что делается. Не, убили все-таки. Давайте попробуем седнушкой восстановить. Супер. Так можно подземки проходить. Вот оно, истинное назначение Минотавра. Он должен быть все-таки с СО на максимальный деф. И будет вам счастье. Вы не будете париться, точнее, за то, что вашего Минотавра убивают. Он теперь неубиваемый. Супер. Вот это мне нравится. Такой носик. Да, дамага у него немного, но все равно. Все равно прикольно. Мне больше понравился даже, чем с атакующим талантом. Надо будет его использовать, попробовать на битве гильдии. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.